Сняли генератор с Mazda Demio. Теперь мне нужно его разобрать. Вот. Чтобы его разобрать, придется снять вот этот шкив. Есть у меня видео хорошее на плейлисте Honda. Там, где я обматываю ремнем. И снимаю ремень. Это вот из этой оперы. Но ремень немножко сюда не подходит. На Мазду. Это ремень у другого автомобиля. Поэтому надо делать какой-то другой ремень искать. Или обжимку. Ну что, ребят, вот я вытащил из дерева такую вот обжимку, затянул в тисы. Вот так, надо сказать, достаточно мощно затянул. Полил все это дело ВД-40. Ну, естественно, она была перевернутая, чтобы там откисло. Сейчас попытаюсь открутить. Сжал, можно сказать, до безумия. Головка на 24. Пробуем. А, это я заворачиваю уже. Ах ты. Вот так вот. Вот так вот будем. А нифига. Смотрите. Проворачиваю. Вот так вот, вместе со шкивом идет. Ломается моя обжимка, потому что там под обжимку я еще положил резиночку, ну, чтобы она нифига не помогло. Придется делать металлическую обжимку. В мусор! Нашел я себе вот такой вот флянец, валялся у меня в железяках. Вот, наверное, из него я и буду делать обжимку на свой генератор. Как раз тут 59 надо, внутренний диаметр. А у меня здесь получается, можно точить смело до 72. We'll be right back.
еще 2,5 миллиметра. Внутренний диаметр готов под шкив. Вот так, шкив уже входит. Выточил я вот такой вот, можно сказать, флянец для своей обжимки. Не стал я его тоньше делать. Здесь вот выступом сделал. Эти 4 отверстия здесь были. Теперь мне надо разметить точно пополам. Сюда сдвинуто и сюда, похоже, что ровно. Ну, мне сильно точно не надо. Мне примерно пополам. Плюс-минус 1 миллиметр. Я думаю, большой роли не сыграет. Поэтому вот так вот чертим. Теперь, после того, как я их разрежу, мне же их надо будет стягивать. Стяжной болт, ну пусть пройдет, если у нас толщина 16,8, ну наверное, да, 8,4, почему-то я решил так вот взять, 8 миллиметров от края, это чтобы у меня проходил край отверстия. Край отверстия здесь вот и вот здесь. Вот по моей задумке надо будет вот так вот повыпиливать все, потом здесь просверлить отверстие вот в этом месте, а потом разрезать пополам. Такой вот металл. Кромсаю заготовку свою, уже 100 раз пожалел, что начал из нее делать. Просто времени нет. Ну, раз уж начал, надо добивать. Хочу еще раз показать, что у меня получается. Лишнее обрезал, как говорят скульпторы. Раз, раз, раз. Все, обрезал. Получается вот такая фиговинка. Вот здесь вот я напильником обрабатываю. Фрезера, к сожалению, у меня нет. Вот надо еще обработать вот эту сторону. Ну, для красоты. А потом вот по этому вот резу разрезать ее.